детей своей благодатью. Дорогой Отец, мы собраны здесь во имя Твое, и мы будем хвалить Тебя. Мы будем хвалить Тебя за то, что Ты есть, за то, что Ты есть в каждой жизни. Ты самый яркий свет, Ты самый яркий свет. В Иоанна 1:5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Ты самый драгоценный яркий свет, и мы будем славить Тебя. И мы благодарим Тебя, что Ты в каждом из нас. Славим Тебя, величаем Тебя. Ты яркий свет, что сошел.
славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Иисус, за кровь Твою. Спасибо Тебе. Thank you.
побеждаем силой Твоей крови. Мы побеждаем всякую немощь, всякую ситуацию. Мы славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою кровь. Слава!
возможность быть сегодня здесь. Спасибо тебе, Господь, что ты пришел своим духом на это место. Мы превозносим тебя, мы почитаем тебя. Ты царь царей, ты Господь господствующий. Ты тот, который достоин всей хвалы. Ты тот, который достоин всей славы. Я благодарю тебя, Господь, что мы можем начать новую неделю встречи с тобой. Новую неделю, когда мы почитаем Тебя, когда мы слышим Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Дух Святой, что Ты будешь учить нас сегодня, что Ты принес нам Слово от Отца, которое изменит наше понимание своих слов, изменит понимание того, что мы говорим, что мы сеем в свою жизнь. Во имя Иисуса Христа я славлю Тебя. Я величаю Тебя, мой Бог. Ты царь царей. Ты Господь господствующий. Ты тот, который достоин всей хвалы. Ты тот, который достоин всей славы, мой Бог. Мы пришли сегодня к Тебе, такие, как есть. Я знаю, Господь, что мы несовершенны, но Ты совершенный. Мы пришли сегодня, чтобы еще раз, Господь, увидеть Тебя, увидеть Твою славу, увидеть Твое величие. Мы пришли сегодня, чтобы измениться в Твой образ и подобие. Мы не хотим быть прежними, мы не хотим думать, как прежде, мы не хотим реагировать, как прежде, мы хотим любить, как Ты. Мы хотим принимать, как Ты. Мы хотим прощать, как Ты. Я знаю, Господь, что Ты сказал в Своем Слове. Если мы будем прощать, то мы будем прощены. И я благодарю Тебя, Господь, за эту силу прощения. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты будешь менять наш свой образ и подобие. Я знаю, что Дух Святой пришел на эту землю, чтобы изменить нас, чтобы подготовить нас. Во имя Иисуса Христа я славлю Тебя. Я величаю Тебя, мой Бог. Я превозношу Тебя, Господь. Ты царь царей. Говори сегодня через меня, мой Бог. Превозносите его в своем сердце, превозносите его в своей душе, превозносите его в своем разуме, превозносите его, осознайте, что он сейчас на престоле, что мы пришли сейчас к его престолу, к его ногам, чтобы почтить его, чтобы превознести его, потому что он достоин, потому что он царь, потому что он Бог богов, он Господь господствующий, он царь царей. Мы пришли сегодня к его дому, чтобы услышать его. Превозносите его сейчас. Превозносите его. Спасибо Тебе, Господь. Мы славим Тебя, Отец, на этом месте. И весь Божий народ...